Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать в мой новый влог. Он будет домашний. Сегодня мы будем просто целый день дома убираться, стирать, гладить, намывать пол и так далее. Я сделала два таких хвостика, сделала макияж и сейчас буду снимать для вас мукбанг с чипсами. Это будут просто чипсы, Принглс, мои любимые. Вот. Каждое мое новое видео передо мной встает вопрос, снимать здесь или снимать у бабушки на сером фоне. Посмотрите, какую конструкцию я придумала. Это новый мукбанг, и мы будем кушать чипсы. Здесь у нас чай, и чипсы у нас от Принглс, вот такие вот. Один мукбанг сняла, но не наелась, если честно, поэтому давайте второй мукбанг. И каждый раз, кстати, у меня такая дилемма, что же интересненького можно снять, что я до этого никогда не ела. И тут я сижу целый час, думаю, захожу к САС АСМР, смотрю видео, что она снимает, и понимаю, что такого у нас нету, такой я не смогу съесть, фу, гадость и так далее. Вот, и я решила сегодня съесть то, что я никогда не ела. Как вы думаете, что это? Это роллы! Ну, душа захотела роллов, и я ничего не могу с этим поделать, так что сделала заказ, жду. Они вообще со скоростью света доставляют, где-то, наверное, думаю, через полчаса уже роллы будут у меня. Но время я не хочу терять просто так, хочу прибраться дома. Будем сейчас мыть полы. Что с водой происходит? Бросает. Собираем постель. Готово. Взяла новую подводку от Golden Row. Старая у меня уже закончилась. У меня уже столько пустых баночек. Сейчас вам покажу. Девчонки, вы просто гляньте, сколько... Ой. Сколько пустых баночек у меня декоративки. И это всего за 3-4 месяца. Вау, мне кажется, это достижение, это просто я умница. Вот, здесь был бронзер, хайлайтер и румяна, по-моему, или что-то такое. Нет, пудра, хайлайтер и бронзер. Вот, как вы видите, я все собираю и буду снимать для вас видео «Пустые баночки за 5 лет». Это просто должен быть мешок с косметикой. И этот пакетик я кладу на самую верхнюю полочку, когда у меня что-то заканчивается, просто закидываю сюда. Роллы очень быстро привезли, я даже не успела везде прибраться, но я рада. Спускаюсь вниз, будем с вами кушать, такие красивые, мне даже сфотографировали их и прислали. Вот я денежку приготовила, ключик у меня, потому что лифт без ключика не работает. К нам с вами кто-то сейчас присоединится. Ну все, роллы у нас. Сейчас глянем, что там внутри. Вау, это просто идеально. Вот такие я не пробовала. Такие, если честно, я пробовала, но мне не очень нравилось. Но попробуем еще раз. Это вроде как с огурцом или это авокадо. Нет, скорее, наверное, огурец. Филадельфия идеальная. Она просто всегда у них идеальная. От слова «идеал». Здесь мне положили имбирь, васаби, который я всегда прошу его не класть, но они забывают, постоянно кладут. Хорошо, что не забывают положить. Когда забывают положить, это неплохо, в принципе. И два таких соуса, и одни палочки. Ну что, погнали хомячить? Сделала себе вот такую вот причесочку, зализанную, как мне пишут. Я люблю еще лаком напшикать. Не успеваю покупать лак. Он у меня сразу заканчивается. Потому что я ненавижу, когда волосики торчат туда-сюда, и такой одуванчик получается. Ну, не люблю я такого. Ну, не люблю, и все. В общем, насчет этого платья. Многие писали в комментариях, что Айка, это безвкусица, это очень по-женски, так скажем, это прибавляет тебе возраст, это на 30-летнюю женщину и так далее. Я с вами полностью согласна. Действительно, я считаю, что как-то, ну, не очень. Я когда брала,
не знаю, чем я думала. Мне, точнее, его подарили, но я сама выбирала из предложенного ассортимента. Не знаю, чем я думала, когда я его брала, но по факту ношу. Вот на моих банках не особо видно, все равно будет видно вот так вот. Почему бы нет? И часто бывает на мукбанках, я что-то ем, как хрюнзель, и все у меня здесь, значит, на платье. Так что это платье точно не жалко. Я снимала для вас мукбанг, и тут камера сама по себе выключилась, и ни хрена ничего не сохранилось. Камера что-то последнее время очень часто меня подводит, и я даже не знаю, что с этим делать. Получается, я там 6 роллов съела. И это не заснялось. Потом я включила камеру, очистила там флешку и засняла опять видео. Сижу, монтирую видео, и мне стало так грустно. Я хочу пойти погулять вечером, а мне реально гулять не с кем. Мамочки нету. Мы с мамочкой раньше наяривали круги. Вот, ходили. А сейчас я хочу пойти погулять, и мне по большому счету не с кем. Иметь такую большую аудиторию и не с кем пойти сделать круг, это тоже как-то тупо. Вот, но все равно я сейчас вечерком пойду, возьму наушники, включу любимую музыку и буду ходить. Потому что у меня низкое давление, как я вам говорила, да? И мне нужно двигаться. Тем более я много ем, если я не буду двигаться, я буду поправляться. Да и вообще, сколько можно сидеть дома? Сейчас монтирую этот ролик и пойду, наверное. Ну все, наконец-то я закончила все свои дела. Отсняла 2 видео, смонтировала, кинула, почитала комментарии. Чуть дверь не закрывается. О, закрылась. Просто у нас ветер здесь такой прям ужасный. Вот. Так что сейчас я направляюсь в супермаркет. Надо купить фрукты. Хочу купить нектарин. Я, кстати, не знала, что этот фрукт называется нектарин. Потому что у нас он называется без волос персик. Тюксюшафталы. То есть это переводится как персик без волос. И все начали писать, что Айка, это же называется нектарин. Что-то как с дуба рухнул. Но у нас называется так, ребят. Пользуюсь этой пудрой, которую недавно купила и показывала вам во влоге. Просто бомба. Пойдем гульнем. Одна. Как вы думаете, холодно будет в платье? Ну, хотя вы откуда знаете? Вы же не знаете, какая у нас погода. Нет, лучше я, наверное, что-то тепленькое одену. И до вечера хочу ходить, наяривать круги с какой-то прикольной песней. Например, «Рамиль, сияй». Или, может, «Не сияй», не знаю. Тупо, да? Не с кем пойти гульнуть. Да, еще сейчас будет нечего одеть. Вообще, полный комплект. У нас во дворе есть ресторан с живой музыкой. И они настолько громко поют, что такое ощущение, что поют в моей спальне. В общем, как-то так. Вам слышно, я думаю. Я спускаюсь вниз за продуктами и за прогулкой. Нашла аптеку, здесь все дешевле. Одной гулять настолько скучно, это нечто. Зашла в аптеку, купила лекарства. Прикиньте, всегда покупала по одной цене. А здесь зашла в аптеку, мне сказали в 2 раза дороже. Я немного удивилась, хотела купить. А потом решила зайти в аптеку, в которой до этого покупала. По приятной цене. Оказалось, что нет, в разных аптеках разные цены. Причем такая огромная разница. Прям вообще. Здесь, блин, темно. В общем, наверное, долго гулять не буду, потому что одной гулять очень скучно. Никого нету. Сейчас тебе, наверное, напишут, почему с бабушкой не гуляешь. Бабушка не может ходить. Она ходит 10 метров и все. У нее отдышка, она не может. Поэтому как-то так приходится гулять одной. Жалко, Фати не живет рядом. Вот если бы мы с Фати жили бы рядом, я уверена, что каждый вечер мы бы тусили на лавке с семками, а может и шаурмой. Ну все, мои хорошие, я дома. Вот такой вот у меня был прикид. Многие спрашивают, где мои лямки. Я купила себе новый бюстгальтер, там нет лямок, и это очень круто. Купила 3 килограмма вот такого вот нектарина. Обожаю.
Это вкуснее, чем персик раза в три. Взяла сразу 3 килограмма. В последнее время, знаете, арбуз, он какой-то невкусный. Он как будто переспелый. То ли уже конец августа и сезон уже прошел, то ли мне постоянно попадаются какие-то арбузы невкусные. Поэтому вот, всего нектарин. Штуки 4 схомячу обязательно. Что-то мне захотелось посмотреть какой-то сериал. То ли мамы нету, то ли что. У меня какой-то, ну не прям депресняк, но какое-то такое состояние одиночества. И мне немного грустно, если честно. Ну, сейчас думаю, какой фильм посмотреть интересный. Могу опросник, конечно, поставить в Инстаграме, и вы мне обязательно посоветуете что-то интересное. Сейчас покажу вам лекарство витамин D, которое я покупаю всегда. Я купила аж 2 упаковки, потому что в одной аптеке он стоит 5 манат, а в другой 3,80. Когда мне сказали 5, я подумала, может, подорожал. А потом я подумала, я вроде неделю назад покупала за 3,80. В общем, в разных аптеках разные цены, я об этом даже не знала. Я всегда заходила в ту аптеку, которая ближе к моему дому, а оказывается, нужно обращать на цены везде. Все, в ту аптеку больше никогда не зайду, где за 5 манат. Хотели меня обмануть мошенники, вот просто мошенники. Вот такие вот 2 упаковки я купила. Но мне надо больше, в неделю я выпиваю 1. Беру ее полностью, выливаю в йогурт, перемешиваю и ем этот йогурт. У меня прыщи появляются как раз таки из-за низкого витамина D. Не вздумайте просто пойти и покупать его. Сдайте анализы, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, это ну прям обязательно. Но я когда перестаю пить, вот я прошлый курс не допила до конца, я 2 месяца должна была пить, а пропила, по-моему, месяц и потом забросила, потому что у меня кожа уже потихоньку становилась идеальной, а сейчас прошло уже 2 месяца, прыщи опять наступают на пятки, так скажем. Поэтому... А еще у меня здесь плед, как вы думаете, почему он лежит на полу? Я здесь сделала упражнение. 2 раза присела, 2 раза ногу подняла и поняла, что достаточно. Нормальная у меня фигура, все замечательно. Иди дальше смотреть дом 2. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока.